21 января в Центральной библиотеке города прошла стратегическая сессия «Разработка дизайн-кода города». Это новый проект Агентства стратегических инициатив, главный вопрос которого – как наш город должен выглядеть. У нас есть задание на то, чтобы сформировать некий дизайн-код, так условно его назовем, какие-то определенные правила визуальные должны быть приняты в городе, которые станут частью вашей программы благоустройства. Какая основная специфика Десногорска в сравнении с другими атомными городами? Какие возможны варианты общих цветовых оформлений города? Как сделать навигацию в нем удобной и понятной как для горожан, так и для туристов? Об этом организаторы семинара решили спросить у самих горожан, сотрудников муниципальных предприятий и инициативных жителей. Город смотрится серым. Я не хочу сказать, что тут нужно сделать павлина из нашего города, но может какие-то вот рисунки на домах сделать, посмотреть, там разноцветные, какую-то символику может быть. То, что мы, слава богу, до нас дошло, надо сохранять, это наша история. Да, не надо все там штукатуркой заделывать и рисовать, ну, грубо говоря, граффити какие-то. А если есть в нашем городе такие места, их просто нужно приводить в порядок. Всего будет проведено несколько подобных сессий. Дизайн-группе предстоит услышать мнение о городе, также и представителей бизнеса и молодежи. Вся собранная информация поможет прийти к первому этапу проекта – разработке черновых эскизов, которые также пройдут через публичные обсуждения. А окончательное принятие дизайн-кода Десногорска планируется в сентябре текущего года. Финализировать мы будем уже вместе с администрацией, когда администрация должна принять некие правила благоустройства, вот эти визуальные правила того, как должен выглядеть город. Подобные решения этой дизайн-группой уже были воплощены в городе Рыбинске Ярославской области. Все информационные конструкции удалось привести к единому стилю, а именно к дореволюционному написанию. Это стало отсылкой к многовековой истории города. Первое, что бросается в глаза, когда оказываешься в Рыбинске – единый архитектурный стиль в историческом центре. Обратите внимание на вывески с названиями магазинов. И теперь все жители Рыбинска, а также туристы, могут окунуться в атмосферу дореволюционной эпохи.